Но на самом деле мои закладки выглядят вот так. 300-400. Нивы, фокусы GT, Королла, он, знаешь, которая все не это. Ездила, это женщина, спасибо, ездила женщина, да, просто, блядь, наклейки любит. И все. Потом вторая закладка, это вот любая машина 300-500, но это все битые специально выбраны. Вот это я понимаю. Вот Inspire в жопу шлепнутый, все как мы любим. Надо брать. Ну и там у тебя третья вкладка, это твоя мечта, да? Ну да, нет, Лада Веста есть до 450, Артем, чтобы ты понимал. Вот, кстати, у Сашки в Абакане продается Лада Веста такая. Я уже разговаривал с этими людьми. Ну и да, и QX80. Просто я, ну, мне интересно, я смотрю. Просто иногда напоминаю себе. Ну сейчас это тачка, да, давай раскроем, которую ты больше всего хочешь на данный момент. Да, но я даже не ездил на ней, Артем. Беспроводная зарядка, да, сверху здесь? Да, да. Да, да, да. Лада, Веста, хуета. Ладно, пойдем. Ой, у него тут, смотри, у него этот и... Все, и музычка уже стоит. Нормально, слушай. Че, на свай-то есть у тебя? Право, что за эргономичность у нас происходит? Это откидывать сиденье? Не-не, я вот про эту. А, ну это, видимо, это... Фару это менять, посмотреть, лампочки. Что шумки нет, я понял. Ну, там нет, просто... там вон квадратик, что ты хуйню говоришь всякую. Видишь квадратик? Квадратик шумки! Это же он. Леш, ты раскроешь там тайну? Кредит взял? Нет. Нет? Да что ж вы делаете все? А? Они какие-то мутные, я тебе говорю, блядь. Россия! Россия! Чтобы капот просто. I don't know, it's my dreams. Да ну что my dreams, блядь? Это пиздец, кошмар. In my baby. Это уже 48-я версия. Сидим, садим. Блять, в аэропорт же туда. Зачем в аэропорт? Я улетаю, Андрей. У нас срочные дела, пиздец. Едем на презентацию скинов для КС. Мое мнение, я говорю последний раз. Мне очень нравится эта машина. Я сейчас мечтаю о том, чтобы в пределах года полтора купить жене новую тачку с салона. И теперь это на данный момент мой фаворит. Ну, по итогу оно будет ебашить на Ладе Веста. Да. Нормальная история. Не, ну если пацаны и девчонки нам 1 000 000 лайков поставят на ближайшие видео, то, может быть, и получится жену на нормальную машину пересадить. Ты меня пересади, пожалуйста. Ты сам себе пересади, блядь. Давай купим Торек. Можно я поеду в Новосибирск? 3 года уже разгребаешь эту хуйню теперь. Одна поездка в вагоне ресторана. Столько проблем теперь вообще. Денис, не балуйся. Я не балуюсь. Руки же на руле. Не, если хоть кто-то напишет в комментариях, что мы продались Kia. Это будет АвтоВАЗ с галочкой. Да-да-да. Забьет диком сегодня вечером. Типа вы что в смысле, блядь? И у вас типа в комментарии, но... Пацаны, мы вообще-то так на вас рассчитывали. Вы единственные, кто занимается этим вазоклещом, блядь. Меня-то нихуя крепко ебануло, да, тогда? Ну вообще прямо, слушай, такой вазоцефалит был жесткий. Я предлагаю на этом видео раз и навсегда закрыть тему того, что 2,5 миллиона – это дорого. В современном мире это не так. Владимир Владимирович, ну вы просто в современном мире не сильно разбираетесь. Мы все понимаем, конечно, ну давайте как-то попроще будет. Ну помнишь, раньше было в моде говорить, фу, да российская сборка, а эта тачка собрана в России, в Калининграде, на производстве Мототор. Так потому что корейцы работают, блядь. Им там палаточный городок северный. Все нормально. Желаем тебе в твоей профессии высокого роста и больших доходов. Ты тоже стремись куда-то, ну чё пиздец, ну мы вообще живем в одном доме, так получилось. Но опять же можно 2 Ларгуса взять за эти деньги. И в 14-ром ездить. Какие 2-3? За 2 Ларгуса и в 21 человека двигаться просто пиздец. Бандой. Спасибо, все выглядит. Да, мало, правда, цветов 64, СДСР. Ты как в телефонах, помнишь, типа, полифония 16, да, а потом 32, думаешь, ебать, вот Motorola вещи делает. И
Андрей, ты что, анекдот вспомнил? Да про полифонию ты 23-летнему человеку объясняешь. Это задержка. Ему, наверное, батя рассказывал. Раньше буклетик возьмешь и сидишь полчаса его рассматриваешь. Да, газетка связной, блядь, и погнали. Да. Че, пацаны, делать будем? Бля, пойдем в ларек мобилки посмотрим. Пойдем, да. Стоишь там, доебываешь консультант. Заходишь туда, тебе консультант спрашивает, вам помочь? Не, я бы так посмотреть. Выбираю, да. Стоишь на туре, у тебя, блядь, обоссанный кроссовок или куртка в говне, блядь. Ты замерз, что-то морда черная, блядь. И вас шестеро таких ебланов, блядь. В каких-то непонятных штанах все, блядь, кроссовки по 15 лет ношеные, знаешь, блядь. Россия, которую мы потеряли. Да, было круто. Артем. Вот с этой стороны, с которой я смотрю. Вот. Ну, типа, он имеет в виду, что вот это все намазанное тоже пальчиком. Тема, это на всех машинах и на топовых также, просто там пальчик там такой супер геометрично охуенный, что герметик ложится ровно и все, блядь. Если зима, а секс хочется уже устраивать по-быстрому, знаешь? У нас есть подогрев задних сидений. Mm-hmm. То есть ты сразу на тепленьком, понимаешь? Инкубационный период секса в тепле. Место для презиков есть? Есть. Любые, да? Водички потом попить можно. Сидушка отодвигается. Вы прогрессируете, вы скоро бабу возьмете вот на эту рубрику, блядь. У нас будет специальная. Специальная рубрика. Ирина, проходите, блядь, просто. Ирина, проходите. Как Олег, выходи, ну, то есть, проходите, блядь. Взрослая какая-то будет женщина. Ну, конечно, на опыте, да. Типа. Почему без рынка? Неуважительно так? Так, ну... Ирина Витальевна, проходите, пожалуйста. Не, пацаны, я, блядь, люблю секс, конечно, но не до Ирины Витальевны. Все Ирины Витальевны сейчас такие... Они уже резюме готовили. Почта завалена все. Хоть одна Ирина Витальевна смотрит на телевизор. Мы же вот, Артем, все с тобой ждем, что когда нам дадут 2-литровый автовазовский мотор. Вот им придется шестнаря расточить, да? Блять, какие-то инновационные технологии, суперстенки. Ну ладно, погнали. А, нет. Мы уже погнали. Я Церата думаю по-другому, да. Слушай, а как круиз включить? Он не знает. Нет, братан, вот он. А, все, нашел. На кнопочку. Да я нашел, отъебись. Все. Да? Да. Сначала спросил, потом нахуй послал. Зачем, блядь, это надо было делать? Саш, да я же ради юмора. Братан, как тут? Да ежи, иди нахуй. Братан, помоги здесь вот это вот. Пошел нахуй, все. Ты не могу помочь? Блядь, что так долго? Иди нахуй. Идет, сдаст трейдин в этой же самой Kia и возьмет себе стингера нового, например. Ну, или такую же, нормальную, только свежую. Ну, либо К5 хочу, либо стингер. Ну, да. Ты уже хочешь что-то посерьезнее, типа, да? Ну... 2000 проехал, уже все, уже опыта набрался.